Город у нас очень красивый, зеленый, улицы у нас, наша улица вообще была всегда все в цветах, прекрасно было. Наверное, вот номерные знаки, может даже повыше. То есть 1.5 метра примерно. Вон дом ушел. Вот много, 80 чем-то домов только на нашем участке. Вот они, видать, недавно только вытащили. Я 1:30 встала в туалет и слышу, что машины зашумели, и мужики какие-то закричали. Когда шум начинается, машина, мне сразу, я плохо вообще сплю по ночам. Как-то, ну, сразу просто почувствовала, что надо выглянуть. Свет еще уже отключили у нас. И поэтому мы же вот уложились, а тут дочь. А вас не напрягло, когда свет отключили? Вы ничего не подумали, что что-то? Ну, мы не подумали. Мы не думали. Свет часто, бывает, отключают. Как я могла сказать, мама, открой, я боюсь. Что мне делать будет? Как я открою? Ну, пойдем как с ним. Как я пойду? Я на кровати сидела, как мне нельзя в воду. Я вообще не спала. Ну, гремит. Льет дождь, льет свет. Льет и льет. Думаю, ну, это ж не первый раз, что гроза отключает свет. А потом, когда уже, думаю, ну нет, что-то не то. Я не знаю, что случилось, я не могу сказать. Я компрессами, мне сосед принес лопухи, я обложилась, лежала, согревала ноги, позвоночник. А потом звонок. Ночью, там, в 2:00 ночи. Вдруг ни с того ни с сего кошка начала пристраивать котят в ноги к бабке на диван. Мне собачка сообщила. Я выхожу, воды уже по колено. Пока собачка возился, хотел ее спасти на веранде на столе. Пока я ее спасал, а так уже воды и не могу из дома уже выйти. Она, бабушка, я замерзла. Думаю, да что такое, дитё замерзло. Опускаю палас поднятый. Да что ж такое, откуда вода? И даже, думаю, где-то шумит вода. Я прихожу, значит, в эту ванную. Краны закрыты, двери открывать не открывается. И все, прихожу. Внучечка, ты ложись. Бабушка, со мной ложись. Я говорю, да нет, я лягу, будет мокрый диван. Еще залезла на печку старая. Телефон у меня на тумбочке. Я поднимаю трубку. Он, Любовь Александровна, я не могу к вам дойти. Я говорю, почему? Я открою дверь. Он говорит, вода. Вышла в кухню, смотрю, а уже вода, весь двор в воде. Уже к дому вода пошла, все. А ты помнишь, как водичка пришла? Не знаю, дверь была открыта. Была открыта и пришла водичка, да? А где ты, а был, ты... папа? На плечах сидел. На плечах. Папа тебя спас, да? Да. Паш, слышишь? Видишь, смотри, видишь, уровень какой? Ты пипец. Мы сейчас все поплывем, бля, да? Папа, мы доедем вообще, знаю. Доплывем, точнее. Можем и доплыть, все. Она у меня на окошке там стояла, вот куда мы была. Стояла там это, сувенирчик этот, тарелка с Матерью Божией. Я, значит, беру эту тарелку, так бы я не знаю, чем бы я била. Сообразила пеленин. И я давай, значит, бить, где вода. И разбивается. Выше стала бить, разбилась. Давай же стекло вытаскивать, потому что ребеночка, что сама ж буду, порежемся. Вытащила, она вцепилась, вот бедненькая, дрожит вся. Бабулечка миленькая вытаскивает крестик, целует, посенька, помоги нам, говорит, с бабушкой вышить, чтобы мы не утонули. И залезет на чердак, она звонит, мамулечка, спасай, спасай нас, мы, говорит, и нас наводнение. Но мы с бабушкой спаслись на чердак. Мама придет, не знаю, с того российского, чем они, ракеты летели или как. Придет бабушка и впереди кастрюлька с борщом. Моя плывет. Она, вы там борщика хотите? Я говорю, Юля, ты еще и смеешься. Она говорит, бабушка, а что ж я теперь должна? И я кричать, говорит, надо ж вам дух поддержать. Вот так и выжили. А ей что характерно, что ей? Перед этим, она ж на рынке там торгует,
кофе. В эфире одна женщина гадает, говорит, вот два человека твои, такие близкие, ну, родственники. И вот или вода, или пожар, что-то такое. Говорит, вот клубок какой-то, вот у кофе, клубок как-то, какой-то. И говорит, спасет их Матерь Божия. Ну, вы можете представить, вот как можно вот так? Погадала на кофе и сказала, что спасет их Матерь Божия, твоих самых близких. И тарелка с Матерью Божией. И вот эта тарелка спасла нас. Так я ее теперь целую каждый вечер и утро. Спасибо тебе, моя спасительница. И правнучечку целую. Моя ж ты дорогая, говорит, моя ты спасительница. Спасла ты. Бабушку я спас, сам вытащил через это, через окно на этот. На чердак. На чердак. Поставил окна-то вон какие, поставил эту на дно гладильная доска у нас длинная. Вот гладильную доску положил на подоконник и там на это, и перевел ее туда. Перетащили ее? Да, переносил. Перетащили. Волга, Волга, иди сюда, да. Волга. Волга, тебе нравится в новом домике? Нравится, они выходят. Полтавского лучше, ничего не могу. Ну а вы как, вы попали в наводнение? Конечно. А мы не достала. Вот это потолка. Мы быстро так ушли, потому что было бы полно вот до потолка, и мы бы тогда затонули. Знаете, как спасла? Ее вот эта вот стена рухнула, ее волной выбросили на крышу. И она сидела 2 часа ночи. Я вышел 10 минут третьего уже. Брюки одел, рубашку уже по пояс воды, уже машину затопило. И пошли мы на гору пешком по воде с женой. Все, вот и все. Вода подперла. Я бухнул кое-как вылез. И воды нахлебался. И 7 часов на ветке сидел по гору. Смотрю, стол поплыл, один телевизор поплыл, другой. Слышу, приходит, упал холодильник. Ну и оторву лист бумаги, сожгу, кидаю вниз и смотрю, как вода была. Ну, соседство чердака с бойни, там мне все меня успокаивало. Не беспокойтесь, мы вас не бросим, мы вас не бросим. Люди! Что дальше делать? Мы на крыше сидим с детьми! И что дальше? Люди на крыше, все, машины уже затапливают. У нас все. Дети орут. Собака скулит. Кошмар, что делать? Юрий Михайлович, вы там как? Юрий Михайлович, вы как там? А МЧС же вообще не было. МЧС нет, он спал, МЧС, никого не спасал. Мы приехали туда, стали штабом. То есть еще была грязь. Поставили палатки, ну как положено, на поддоны. Вызвали нашу группу МЧСов, именно анапских. У нас муниципальная служба спасения, очень серьезная. Она на водах, в горах, ну везде, универсальные солдаты. Вот, и мы самые первые развернули штаб из вот этих палаток. 6 палаток у нас стало, куда мы сложили гуманитарную помощь, пригнали строителей сразу, которые были готовы уже с утра приступить к уборке мусора. Что с утра, в этот же день и приступили, в понедельник, как мы встали. Ну, суть не в этом. Сначала раздавали очень быстро гуманитарную помощь различную, еду, воду. Все, люди нуждались во всем. У них ничего не было, в домах была грязь. А вот приезжали люди, помогали там. Послушай, ну, все по порядку же, да? Куда мы спешили? В таких случаях не надо торопиться. Вот. И встал штаб, это было уже к вечеру. Везде света нет, город вообще темный. А у нас привезли 5-метровый
светильник высотой 5 метров, такой светящийся фалос, да, натуральный, да, надувной. А кто его специально сделали? Это специальная последняя разработка для служб МЧС. Световой фонарь, световой столб мобильный называется. И вот можешь себе представить, за несколько кварталов, темный город, вот там вот горит фалос белый, светящийся, на который все мухи, бабочки, вот это их окрик, комары, просто другого света не было в округе. И люди, соответственно. Не только люди местные. Получилось так, что на нас легла из-за этого самая большая нагрузка в первую ночь, когда стали штабы. Все шли туда на раздачу, потому что в остальных штабах были максимум фонарики хорошие, светодиодные. Угу. Ну там какие-то, да, переносные на батарейках. Так. Дальше что происходит? Раздавали всю ночь эту гуманитарную помощь. Утром уже пошли люди убирать. Люди причем пошли убирать, поскольку надо было их как-то подбодрить, и своих, и чужих, потому что картина была такая удручающая. Я сейчас попала тоже в наводнение в селе Новомихайловское, которое было следом. Это ничто. Ну, что ничто, но когда мне стали приходить смс-ки, с предложением... Так, подожди, давай, я потом-то расскажу. Приезжает один мальчик, мы их сразу слышали, называли, ну, откровенно, москаль. Вот так, я не стесняюсь этого. А что за мальчик? А мальчик, он весь обвешан не техникой, рассказывает, я блогер известный, называет фамилию. Я говорю, я не знаю, а здесь ребята, они подавно не знают. Ну, извините, у нас рабочие были настоящие коренные напчане-узбеки. Когда уже все пошло, несет, гудит, так все тащит, люди кричат, а как, какую помощь окажешь, когда сам тонешь? Волосы дыбом становятся. Собаки плавают. Я закрыла двери и давай собирать документы. Что в первую очередь? Собаки прям плавали? Плавали по двору. И один утопился. Тут такие кошмары были. Приятного мало было, конечно. Шла такая волна, и накрыла их. И когда ворты нашли их, они как свои руки сцепили, не могли от руки расцепить. Показательный домик. Чистенько у них было убрано. Все в цветах у них было. И все пропало. А теперь там все разнесли, там уже дорогу сделали. У них нету дома. Нет дома? Уже дом снесли. А, то есть у них уже нет дома. Да. Они в чердаке? Пусть никто хоть сюда плывет. Багеры есть! Сиди там! Пускай сидят там! Сиди, сиди! Ужасно. Очень страшно было. Очень. А когда мы это все на своих глазах, своими ушами, все эти крики, все стоны, все эти прошения «Спасите, помогите», просит каждый человек, когда ты сам находишься в таком положении, и тебе человек просит помощи у тебя. Дочка говорит, мам, я не могла, я открыла это. Люди кричат, дети кричат. Со всех сторон люди кричат, кричат. И никто не предупредил, никто ни в ворота не постучал. Говорю, как или это интуиция, или это что. И вот вообще ни слова, ни сирены, ничего, никаких предупреждений. Не, мы не слышали. Да. Может и было, но мы не слышали.
Если бы знали, может, и спаслись бы, да. Так. А так многие спали и во сне утонули. Никакого, не было предупреждения, конечно, абсолютно. Конечно. Но если бы было предупреждение, но люди бы уже как-то на это отреагировали. Ничего не было. Ни сообщений, ни смс-ок, ничего не было. Нигде, ни по телефону. Так что. Ни сигнала, ни сирены. Ничего не было. Абсолютно. Ничего. Хоть какой-нибудь звук. Свет потух. И все. Хорошо мне было. Отключили свет. Но знали же, что идет волна. Откуда же мы знали? Они. Ну, они-то, власти. Конечно, знали. Говорят очень много, что уже там и жизнь полная идет, там люди с капитальным ремонтом, говорят, мучаются, не знаю. Почему так относятся? Затопили людей, уничтожили, все у людей уничтожили. И так относиться к людям. Вы совесть имеете или нет? Как это произошло? Как вы не сказали, нам не позвонили, наводнение? А я уже думаю. Прям собрать эти все копии документов, что вот затеряны были, все. И прям дать человеку в руки, чтобы в Москве бросили, чтобы до Путина дошло это. Все. Да и там не допустят. Ну как же так? А у кого у нас еще спасение просить? У кого? А что про Путина? Вот здесь на угол приехал, люди бегут, я подошел, там народу мало было. Вот губернатор наш стоял, ну там свита с ним была, я... Я ему говорю, Владимир Владимирович, можно вопросик? Я говорю, что же вам наши власти наврали? Он говорит, да, наврали мне. Они говорят, здорово наврали. Прокуратура разбирается, говорит, постукал меня по плечу. Потом я стал уходить, он еще меня, все разберемся, девушка, не волнуйтесь. А говорить все можно, что там все хорошо. Ну, у некоторых, конечно, может быть хорошо. Вот таких, как вот мы, стариков, затопленных, которые еще ничего не имеют, тоже много. Это сколько же можно испытывать? Же ни нервы, ничего у меня не держится. Я говорю, это ж никогда, наверное, в жизни вот умирать будешь, никогда это не забудется, никогда. Как там жить? Там страшно жить. Я не знаю, как там можно жить. Я боюсь. Я уже не дождусь, когда отсюда я уеду. Живые все, слава Богу. Все выбросили. Ну что, пока на кроваточке спим с комарами вместе. Беспредел вообще идет. Ой-ой-ой какой. И была бы я здоровая, то у меня все, и ноги, и руки. Инвалид второй группы. Ветеран труда, ветеран войны. Все пережила. А теперь вот это все переносить. Надо вожжи держать крепче в руках. Надо проверять. У нас люди хорошие. Я вот здесь живу уже 45 лет. Я люблю свой город. Еще здесь проживу
Борислав сказал, 100 лет проживу я здесь. Я не знаю, мне уже жить не хочется на этом свете. Я ничего не добьюсь.